Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим зарядное устройство от компании «Евроспорт», модель «Днепр 3М». Производится оно в Украине, в городе Днепр. Поставляется в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим зарядное, что у нас внутри находится. Хочу сразу сказать, что предназначено оно для свинцово-кислотных аккумуляторов емкостью от 32 до 160 ампер. Часов. Переключатель тока заряда имеется на 4 ампера или 8. Вот. Напряжение заряжаемого аккумулятора 12 вольт. Вот. Само устройство полностью из пластика сделано, небольшого размера, подключается в сеть 220 вольт. Ну и также есть крокодилы для подключения к аккумулятору. Хочу сразу сказать, что полярность соблюдайте, потому что каждый раз менять предохранитель не особо будет удобно и приятно, не всегда он под рукой имеется. Так, в комплекте также есть небольшая инструкция с гарантийным талоном. Вот. Полностью автоматическое зарядное устройство с дополнительным режимом десульфатации. Оно идет у нас импульсное. Вот. Никаких у нас настроек не надо делать, у нас только выбор тока заряда и два индикатора имеется, что подключено в сеть и идет заряд. Вот такое вот компактное и удобное устройство. При покупке на него распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.